Так, любители аккумуляторной техники, которые любят такой контент на моем канале, вот вам Айковерт, производитель Строма у нас. Вот, голова, башка, разобрал я его, и значит причина, владелец уже обозначил задачу, говорит, на контроллере нужно припаять провод. Ну, провод, где мой пинцетик? Но провод-то здесь припаян к клемме, а оторвалась клемма с контроллера. Вот, шевелится она вот так вот, и пропадает контакт, и гайковерт отказывается работать. Вот, вижу, что это здесь уже заливали какой-то субстанцией черной, результата это не дало. Вскрывать здесь, ковырять я однозначно не буду и вам не советую, потому что повредите маленькие радиоэлементы 100%. Вот не кулибничайте, ребята. Поэтому... Только за все это лечится только с заменой контроллера. Можно было бы дешевле с Китая заказать, но аппарат рабочий, нужно по-быстрому. Поэтому в Украине нашел вот такой, именно для гайковерта тоже. Вот отличие только вот здесь 35 вольт в конденсаторе и по емкости в два раза. А нет, что тут тоже 35 вольт. Ну отлично, хотя бы вольтаж совпадает, емкость только в два раза больше в оригинале. И не нравится мне, что контроллер вот на таком пластиковом радиаторе. Радиатора нету практически. Здесь вот алюминька есть, а здесь его нету. Потому что я сталкивался с Грали на мини-пилах. Вот такие контроллеры уже экономят китайцы как только могут. Поэтому, блин, и стоит он не сильно дешево, по-моему, 450 гривен. С этой клеммой, которая это сюда однозначно не подходит. Поэтому перепаиваем клеммы. Самое главное, сначала надо проверить вот эту распиновку. Если она подходит сюда, я проверю. Тогда можно заниматься монтажом. Что я сейчас и займусь перепайкой клеммы, под пайкой силовых проводов, которые идут на двигатель, и будем тестировать. Айка идет полноценно собран. Тестируем. Так, что единственный минус в нашем ремонте, это что у контроллера вот эта кнопка, отвечающая, по-моему, за скорость. Ну, я не знаю, как на гайковерте вот эта кнопка. На мини-пилах это скорость. Ну, от завода она стоит, по-моему, самая мощная. То она расположена чуть-чуть дальше, сюда к центру. А это край, и, то есть вот эта клавиша, она не достает. Но я думаю, что пацаны и так будут рады, что он работоспособный у нас остался. Фу, так, кому было цікаво, с вас лайкос, техническому контенту. Всем пока-пока.